Всем привет, с вами Никита. Сегодня у нас 21 июля 2020 года. Я решил выйти за грибочками. Ну, и нам уже попались первые находочки. Вон там он. Видите, шляпочка вот здесь поближе, только что я заметил. Давайте-ка начнем вот с этой шляпочки. Что это у нас? Это у нас подберезочек. Так, берем. Так, идем вот сюда вот. Прилезаем в елки. Очень много капает. А это у нас маховичок. Тоже берем. Ну, и давайте продолжим искать. Смотрите-ка, а у нас вот здесь вот на опушечке леса попался вот такой вот красивенький подберезовичек. Вот такой давайте-ка его возьмем. Так, вот такой подберезовичек. Берем. Ну, и давайте продолжим искать. Смотрите-ка, тут нам вот такая небольшая поляночка лисичек вот таких попалась. Лисички-то, смотрите, такие хорошенькие уже. О. Так. Так. И вот так. Берем. Ну, давайте пойдем дальше в лес искать грибы. Смотрите, прямо так вот рядышком, вместе друг с другом даже не скажут, что полянка, а кучечка лисичек. Смотрите-ка. Сейчас давайте-ка возьмем вот эти вот три самые большие из них. Вот. Ну, продолжим дальше искать вот такой вот лесочек у нас тут сейчас. Смотрите, тут у нас вот такой вот муховик растет. Толстоногий такой. Толщиноватый муховичок. Во какой. Давайте-ка мы его берем. Так, сейчас я еще вот здесь вот покручусь, мы все вот так по опушечке пока идем до леса. Может быть, еще рядышком есть маховички. Трещиноватые это маховики они. У нас, как правило, растут по несколько штучек. Ну, по крайней мере, плесневелые тут есть, я видел уже. Ладно, давайте продолжим искать. Опа, а я уже увидел. Смотрите. Вот маховичочек еще один у нас тут. О, какой красавчик тоже. Тоже берем. А вот теперь давайте-ка продолжим искать. Смотрите-ка, лежащий под березой. Такой вот свежесбитый, как я его назвал. Такой подберезочек, смотрите-ка, молоденький все равно. Берем в корзиночку к нам. Берем подберезочки, новая волна. Ну, давайте продолжим искать. Нам попался вот такой белый гриб маленький. Давайте-ка его аккуратненько возьмем. Хотя маленький, он очень длинноногий. Вот такой белый гриб. Берем. Давайте продолжим искать. Смотрите-ка, это просто супер, просто бомба. Первый раз за год мне попадается вот такой вот белоножку подосиночек. Крапиве причем сидит. Давайте-ка его вытянем. Смотрите-ка, какой это красавец. Ну, конечно же, берем. Сейчас я еще здесь рядышком, конечно, поищу. Давайте продолжим искать. Смотрите-ка, тут нам попалась прям поляночка под березыков. Первый, второй и третий. Все такие маленькие. Давайте-ка начнем вот с этого. С полулежащего. Вот такой подберезочек мы берем. Так, идем дальше. Здесь тоже подберезочек. Так, ну и здесь вот такой красивенький подберезочек. Так, мы их собрали. Ну, и теперь давайте продолжим искать. Смотрите, как крутился по этой поляночке. И тут вот мне попался уже еще один подберезочек такой. Берем. Вот, прям такой поляночек, смотрите, из песочка тут. Еще из глины как. Прямо прячется под листьями подберезочки. Реально, волна началась. Идем подберезок, подосиников, может, будет теперь больше белоножков. Ну ладно, давайте продолжим искать. А вот здесь вот нам попались такие два маховичка. Видите, две шляпочки прям друг за другом тут сидят. Так, давайте-ка первого берем. Такой маховичочек. Нормальный, в принципе. Ну, уже скоро бы мог заплесневеть так. Давайте-ка второго маховичочка берем. Вот такой красавчик. Так, взяли. Сейчас вот здесь вот рядышком еще посмотрю. Может быть, еще есть рядом. Вот. Холмик этот обойду такой. Ну, вроде тут больше не видно.
Поэтому давайте продолжим искать. Смотрите, снова какой-то сбитый такой подберезочек, видите? Он растет вот так. Лежачий снова подберезок, уже третий зайчик. Зато вот такой вот очень хорошенький. Берем. Ну, и давайте продолжим искать. Смотрите, тут нам попался вот такой подберезочек. Теперь возьмем. Так, такой вот подберезок. Мы его, естественно, берем. Все. Укус настроен. Так. Еще нам попался вот такой беленький. Не удалось его снять, потому что сбили. Вот, ну вот такой вот беленький нам еще попадался тут. Ну, давайте продолжим искать. Смотрите, тут нам вот попался подберезочек такой снова. Красивенький. С высокой такой высокий. Вот такой подберезочек. Мы его, конечно же, берем. Ну, и давайте продолжать искать. Ну что же, нам тут попались маслятки. Вот первый масленочек. Смотрите, какой. О, толстоногий такой. Берем его, конечно же. Дальше идем вот сюда. Смотрите-ка. Тут тоже масленочек. О. Тоже берем его. Вот. Сейчас вот так вот давайте-ка пройду. Может, здесь еще в траве сидят. Вроде не видно. Ладно. А, не, видно. Смотрите-ка, вот. Масленочек. Вот такой красавчик. Так. Ну, а вот теперь вроде больше-то не видно, поэтому давайте продолжим искать. Вот мы сейчас перешли вот такой вот сосновый лесочек. Вот здесь вот нас встречает вот такой вот масленочек небольшой. Смотрите-ка сейчас. Вот, берем его. Я еще не говорю, продолжаем искать дальше, потому что я уже заметил еще одного масленка. О, какой! Так-с. Сейчас давайте-ка его. Такой. Тоже берем. Вот. Ну, а вот теперь давайте продолжать искать. Смотрите-ка, вот здесь вот нам попался снова масляночек. Сейчас, я думал, просто начнется большой сбор маслят уже в этом лесу. О, какой. Красавчик. Тоже его берем. Ну, давайте продолжать искать. Ну, как я и говорил, начинается просто тут вообще сейчас сбор маслят. Вот такой масленочек. У нас тут дальше. Здесь, смотрите-ка, еще три масленка сидят. Так, ломился этот. Зато теперь видно, что он вроде как хорошенький. Так, вот этот масленок. И вот тоже масленочек. Берем, кладем в корзинку. Ну, и продолжаем искать. Вот тут какой, смотрите-ка, молоденький, красивенький масленочек. Опа. Вот такой вот берем. И давайте продолжать искать. Что ж, нам попалась сейчас довольно большая полянка таких вот небольших масляточек. Сейчас мы их будем собирать. Смотрите-ка. Тут у нас маслятки. Какие идут. Так, собираем, собираем. Их. Так, я видел еще там дальше. Вон вижу маслят. Точнее, по крайней мере, масленочек вижу. О, тоже небольшой такой. Так, ну вот собрали такую поляночку. Ну, давайте продолжать искать. И снова нам попались маслятки. Три штучки тут вот сидят. Красивенькие такие маслятки. Реально, маслят прям пошли в этом лесу. О, собрали. Ну, и давайте продолжать искать. Здесь нам снова попалась полянка маслят. Да еще каких, смотрите, какие красавчики тут растут. Так, собираем. Так, сюда идем. Вот масленочек. Так, и вот здесь вот два масленочка. Ой, это вообще длина ноги, смотрите, какой. Вот. Что ж, мы собрали. И давайте продолжим искать. Смотрите, тут целая поляночка лисичек попалась. Вот такие придавленные. А вот здесь, ох, какие лисички, смотрите-ка. Вообще.
такие красивенькие лисички. Собираем. Так. И вот здесь вот вообще здоровенная лисичка. Развалился ножок. Ну, возьмем все равно. Ну, и давайте продолжать искать. Смотрите-ка, тут какие два подосиночка, вообще молоденькие. Смотрите-ка, давайте-ка берем вот этот. Во какой подосиночек. Красивенький. Ну и вот здесь вот такой вот подосиночек. Давайте-ка тоже возьмем уж. Так, во какой подосиночек. Взяли. Ну, давайте продолжать искать. Ну, вот так вот мы пособирали хорошо грибочков сегодня. Ну, и всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Никита. Всем пока.